Когда вы играете уже долгое время и фармите всего лишь 20-ю паучиху по простой причине, на вашем аккаунте нет холодного сердца. Да, это ключевые герои для быстрого фарма 25-й паучихи, но злополучные темные эльфийки не приходят вам на аккаунт. Друзья, выход есть. Сегодня я покажу вам команду, которая вам позволит фармить с 20 по 25 этаж без холодных сердец. Оп! 21 этаж, 22 паучиха, 23 паучиха. Смотрим, смотрим. Минута 20. Минута 24, 24-я паучиха. И вот она, друзья, минута 25, 25-й левел паучихи. Давайте уже более подробно разберем эту стратегию. Я покажу, как все здесь работает. Пачка через оруженосца и парагона работает на данный момент. Кто бы что ни говорил, а то много у нас писателей, что не работает пачка. Ребята, все она работает. У меня там старое видео было через также через оруженосца и трех оруженосцев и парагона. Все работало, работает до сих пор. В общем, накидываем неуязвимость, так как у нас парагон, кстати, делает это на авто, в лидера обязательно поставьте оруженосца, и он всегда будет обновлять именно оруженосца. Оруженосца очень важно не прокачивать. Он здесь 9 левела, двухзвездочный, а шмоте, шмот я сейчас покажу, вы вообще будете ржать. И здесь в плане выжигателя стоит Мордекай, вы также можете использовать, в принципе, любого выжигателя. Вот, смотрите, вот у нас на момент оруженосец остался без неуязвимости. Только он походил, сразу же парагон накинул на него неуязвимо два хода. Лич, герой со слияния на Разена. Героя, опять же, можно скрафтить. И его задача давать штраф скорости, это тоже очень важно. Сейчас вот походит, он сократит полоску хода. И вот сейчас вот даже у нас еще лучше время, минута 21. Давайте посмотрим пресеты. Друзья, оруженосцу мы отключаем второй скилл. Наша задача, чтобы он всегда ходил с первого и помогал сокращать. Здесь парагону выключаем А3. Выжигателю вашему, если у вас Мордекай, выключайте ему А2, то есть только выжигание и только автоатака. Лич, друзья, приоритет на А3. И обратите внимание, у лича абсолютно нет ни одной книжки в нужном скилле. Здесь он сокращает полоску хода на 100%, и это важно. И, положа руку на сердце, скажу, что я сходил сейчас 10 раз на автобой, из них 7 раз победил. Но по простой причине, потому что где-то оруженосец не сократил полоску хода, где-то Висикса не сократила, у нее тоже нет книжек. Поэтому, если вы хотите стабильно фармить этой командой, то хотя бы одну перезарядку на лича сделайте. То есть вложите книжки, и 40-й лич подойдет. Самое главное, вот одну хотя бы перезарядочку. 4 хода, если будет, будете фармить стабильно. Ну и Висикси мы также все отключаем. Ее задача, вот тоже видите, без книжек. Можно, на самом деле, если она у вас с книжкой, то хорошо, шанс сокращения будет 100%. Опять же, она у нас только сокращает полоску хода. Друзья, если вы донатите, то пользуйтесь сервисом Raid Скидка. Ссылочку на Telegram я оставлю в описании. Все честно, прозрачно, а самое главное, надежно. Итак, лич. Друзья, повторюсь, одну перезарядку делайте и стабильно фармите. Скорость и меткость максимум выжимаем. И здесь вот такие параметры у нас. Талантов нет. Опять же, дурной глаз будет полезен на всех героев. Висикса то же самое. Талантов нет, книжек нет на ней. Здесь книжки не обязательно, сокращает она с хорошим шансом. Но опять же, если возьмете ей вармастер, как и лечу, и дурной глаз, то, естественно, будете быстрее еще фармить. Мордекай то же самое. Дурной глаз, военный делмастер берем. И максимум скорости и меткости прежде всего. Ну и, друзья, посмотрите, во что у нас одет парагон. Парагон одет ни во что не одет. Просто 151 скорости делаете на парагона.
30 левел мы ему прокачиваем, можно его даже не красить. И вот он, герой дня, где ты? Прошел с нами огонь, лед и медные трубы, скорость, меткость, крит шанс, вот такие вещи на нем стоят. Просто самое главное, сделайте скорость 152. Ну и 100% крит шанс, меткость также будут полезны. Видите, 6% крит шанса ему не добрал. Косяк. Друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Уверен, это видео будет полезно для многих, особенности у кого нет холодных сердец. Попрошу вас поставить лайк под этим видео и подписаться на канал. Если вы досмотрели до этого момента, то это обязательно надо сделать. Всем удачи и пока-пока.